Запуск автоклава осуществляется таким образом. Сначала производится включение автомата, защита мотора. Затем включается прибор перебойного питания, нажатием кнопки и до соответствующего сигнала. Закрывается, подходит к ключу оператора и поворотом ключа запускается программа. Пока идет загрузка компьютера, мы обходим автоклав и совершаем включение и выключение кранов. Дренаж открытый, дренаж закрытый, система уровня. Пока идет загрузка программы на данном компьютере, мы исследуем весь автоклав и проверяем открытость, закрытость подачи энергоносителя. Первое. Воздух. Кран должен быть открыт. Блок подготовки включен и настроен от 6 до 8 атмосфер. Дальше. Подача воды. Открыта. Один кран общей подачи и кран на самой верхней. Готов к работе. И данный автоклав тоже. Для того, чтобы автоклав начал работать, мы осуществляем налив, нажимая на сенсорном экране, на смарт-панели налив. Включается клав, по манометру видим, что пошло поступление воды, а также заглядывая в него, визуально наблюдаем, что вода залилась туда. После того, как вода заливается, мы налив отключаем. Вода заливается до первого уровня, который также показан на смарт-панели зеленым световым сигналом. После того, как это все закончили, мы ждем. Картина загоняется в заезд, вынимается запор, запрягается в смарт-панели. Информация вся пошла на принтер.